первый раз я сделал ей предложение год назад. Дорогая, выходи за меня. Ой, о, самолет! А! Второй раз тоже был, мягко сказать, неудачный. Даша, малыш, мы с тобой знакомы уже целых 5 лет. И я подумал, может быть, ты наконец согласишься стать моей женой. Ой, а я же... Не, я не Даша, я ее сестра-близнец Наташа. И мне это... пора! Третий раз... Короче, смотрите сами. Даша, хватит от меня бегать. Я тебя люблю, выходи за меня замуж. А я... не могу, ты прости, но меня забирают на войну в Монголии. Они там что-то не поделили с Удмуртией. Короче, без меня никак, ты меня дождись. Короче... Но вот на этот раз я свой шанс точно не упущу. Даша, а? Выходи за меня. Так, цыц, женщина, все. Единственное правильное решение в данной ситуации – это не рассусоливать, а действовать. Сейчас, как увидит всю свадебную красоту, и мигом захочет окольцеваться. Руку! Иди мерей. Ты, Благовещенец, покажи ей красоту, вот такую, неземную, и побежит она в ЗАГС, как миленькая. В таком пышном платье она шаг назад точно не сделает и не убежит от тебя. Все просто, шлейф ей не позволит. Заранее подумай, кто будет носить длинный шлейф твоей избранницы. Это может быть подружка невесты или кто-нибудь из самых маленьких родственников. И че, прям вот в ЗАГС, что ли, так? Прям в ЗАГС. И прям тан-тан-таран-тан-тан. Прям там-там-таран-та-там. Ну, можно без этого. Иди. Следующее, я говорю, иди. Правильно, правильно. Развей все ее сомнения. А поможет тебе платье модели «Рыбка». И, кстати, держи себя в руках. Не падай в обморок. В голове-то есть от чего закружиться. Модель «Рыбка» или «Русалка» очень выигрышно подчеркивает фигуру. Особенно выделяться будут бедра. Ну, а главный плюс такого фасона – он подходит девушкам любого роста. Точно решил? Хорошо подумал? Угу. Ну смотри, я тебя не заставляла. Это звучит как угроза. Смотри, да она уже во вкус вошла. Значит, ты на верном пути, Благовещенец. Она сама вон какой вариант универсальный присмотрела. Для летних душных дней само то. Что-то так выпить захотелось. Пойду картошки почищу, 10 кг. 20. А длина-то какая? Правильная и скромно, и пофантазировать можно. Упала! Ну все, поздравляю тебя, Благовещенец. Она твоя, навеки. Закрепи успех, предложи ей стильный вариант платья. Основной белый цвет и черное оформление. Поверь, она оценит. И букет пусть возьмет тон в тон. Сам-то не стой на месте. Соответствует, для такого важного события в жизни подойдет фрак. Носить его полагается только с черными лаковыми туфлями и черными носками. А, ну и бабочку, не забудь. Твой второй сногсшибательный вариант – это смокинг. К нему подходит любая белая сорочка, у которой пуговицы закрыты планкой. Раньше неотъемлемой частью был кушак, но теперь все проще. Вместо кушака можно надеть жилет. Обязательный платочек для нагрудного кармана. Львеночек, а мамочка передумала. Мамочка берет свои слова обратно. Я тоже передумал. Да, не, ну нормально, все нормально, я не в том смысле. Не пугай девочку, лучше выбери с ней подходящие аксессуары, свадебные. Самый тренд – это ручная работа. Только представь, что кто-то вкладывал всю свою душу, делая эту красоту, и искренне желал вам счастья. Ну а ты смотри, не упусти суженую. Хотя, куда она уже от тебя денется? Ты долго там вообще? Дарья, дежурная по рубрике, уже ну очень замуж хочет.